Господь чудеса творит. Я слушаю вас и думаю, что у нас, ну, как бы все еще очень скромно, ну, в плане результатов, в плане объема, который охвачен, количество детей. Но просто Бог устраивает все очень тонко, и видно, насколько Бог просто мудрость дает и ведет. Ну, все началось с семинара, Агапа приехала. Миссия Агапа приехала в Кривой Рог, провела у нас семинар на базе церкви Фесты. У нас есть там одна такая церковь. И на тот момент мы с Юлей просто ходили в детский дом несколько лет. И все, и мы поехали учиться в школу. Поехали учиться в школу, для нас школа Агапы стала решающим фактором. Просто Господь, я не знаю, как Бог это делает. Просто ты понимаешь, что ты маленький человек, ты понимаешь, что ты ну, того не знаешь, этого не знаешь, просто по чуть-чуть, по чуть-чуть. Сейчас два детских дома, в которые мы ходим, в одном детском доме мы полностью все группы, кроме одной, 5 групп, которые мы охватили. Команда образовалась, лагерь был для старшеклассников, центр появился. Ну, много чего. Самое большое чудо, то, что я сейчас вижу, то, что действительно это посвященные люди. Это 12 человек, которые зрелые, душевно, духовно, которые ну, понимают, что делают, которые ответственно за это взялись. 12 человек – это наша команда, ответственный Вова Семенов. Люди, которые идут в детский дом каждую неделю, которые понимают сами себе, ну, то есть по-честному понимают, что это, ну, на этом их не служение детям-сиротам не закончится. Ну, молодежь. У нас в основном команда наша – это молодежь, не женатая, не замужем, мы все. И каждый вот так вот разговариваешь, и каждый понимает, что ну, будет возможность, и что если даст Бог жизни, что ну, жизнь наша, каждого из нас будет связана с детьми-сиротами. Ну, в общем, я верю. Я верю, что в Кривом Роге очень много сирот. Я верю, что Бог – это то, что родилось желанием очень сильным тогда в Херсоне на саммите. Я верю, что верующие люди поднимутся на защиту сирот. Я верю, что церкви начнут брать детей. Я верю, что верующие люди, которые живут и все пытаются как-то справиться с унынием там, или еще с чем-то, люди многие от того, что унывают, в принципе, потому что особо, может быть, есть возможность служить, они служат. Я верю, что люди откроют для себя служение детям-сиротам в Кривом Роге. Я верю, что в Кривом Роге закрываются детские дома.